Друзья, доброго здравия! С вами Майтрей, наше очередное видео от Академии Счастья. Сегодня тема очень интересная, это выход из системы, выход из чакровой системы. Многие, наверное, знают про энергетические центры, которые были созданы для того, чтобы управлять человеком. Но также они созданы для эволюции, для того, чтобы каждый человек мог пройти через это и стать более совершенным. Так вот, сейчас существует выход из этой системы, выход из системы, которая создана для того, чтобы поработить нас. Мы можем это сделать, но это процесс не одного дня, это процесс, который движется, который дает нам возможность сделать это. Это называется ускоренной эволюцией сознания. Я сейчас как раз изучаю это и полностью опишу вам, как у меня прошел процесс. То есть есть уже многие люди, которые сделали это, и это действительно помогает. Это то, как раз к чему я стремился, тот запрос, который я сделал Вселенной. И Вселенная дала мне этот путь. И вы можете сделать любой вопрос, любой запрос, какой вы только хотите. Вы можете это сделать. И когда мы этот вопрос решаем, когда запрос исполняется, мы наполняемся чувством благодарности, чувством любви и гармонии. Поэтому, друзья, я вас искренне приглашаю в Академию Счастья, для того, чтобы выйти из системы порабощения и для того, чтобы стать свободным. Благодарю и желаю всего самого наилучшего. Во благо.